Хочу показать самый простой способ стерилизации банок. Не надо никаких нагромождений, там всякие придумывали, и на чайники, и на чем только не делали. Но если нужно много банок, вот, пожалуйста, духовка, туда устанавливаем на решетку банки, без разницы. Они должны, конечно, перед этим быть вымыты, лучше содой, вытерты насухо, и вот так вот их поставить, без разницы, горлышком вверх, вниз. Главное, чтобы расстояние было друг от друга. Дальше. Я сначала ставлю температуру. Так, я поставил сначала 100 градусов. Несколько минут нагревается. Потом я потихонечку увеличиваю до 130. Но я уже, у меня там банки уже стояли, нагрелись. Потом чуть-чуть, вот, где-то 130-140 градусов. Держу буквально их там 10 минут. Все, банки стерилизованы. Я их вытаскиваю, ставлю на полотенце. Главное, что если чем-нибудь прихватками, полотенцами, прихватки должны быть сухие. Иначе банка треснет. Так, это первое. Что касается крышек. Крышки я в отдельную миску помещаю. Кипячу воду. Кипяченой водой я их заливаю. Ни в коем случае не надо помещать вместе с банками в духовку. Это будет большая ошибка, потому что банки там, крышки теряют форму, деформируются, и уже они не будут пригодны. Потом ставим на плиту. Ну и, соответственно, кипятим минуты две. Включаем плиту и 2 минуты кипятим. Вытаскиваем, все это ставим на полотенце, подготовленное, сухое, все должно быть сухим, вверх ногами, соответственно. Банки должны немножко остынуть, чтобы не лопнуть. Допустим, греете на 130, постерилизуете, надо, ну, может, минут 5-10 подождать, пока не остынут, чтобы можно было варенье туда, ну, или что-нибудь, что заготавливаете, уже заливать банком. И закрывать. Крышки к тому времени уже просохнут. Тоже их также на полотенце. И все. Закатка готова. Я пользуюсь закручивающимися крышками. Такими. Ну, я показал там. Все. Все элементарно. Так, сейчас у меня прошло 5 минут где-то. Я духовку включаю. Так как там сохраняется тепло. И еще 5 минут. Будет стерилизоваться банки. Так, вот все крышки тоже уже закипели. Я выключаю. Так как электроплита надолго сохраняет тепло, они еще несколько минут там прокипят. Все, пользуйтесь.